Первый день весны 2020 года. Мы встречаем на южном склоне Магаби, рядом с трассой, напротив горы Айникола. Разным местам. Тут какой он земляничники. Шикарные. Ну правильно, если на Айниколе там растет тысячелетний. Почему бы и здесь не расти? Уже буквально вот недалеко от дороги уже какие-то поперечные рвы гравитационные. Здесь такие стены в дремучем лесу. Каких-то непонятных времен, там средневековых, наверное. Даже вон скалки. Чего только не таит лес над Ялтой. Далеко тут от горной здравницы такие скалы, рвы какие-то параллельно друг другу. Под стеной он чернеет заманчивое отверстие. Сейчас подойдем. Слушай, товарищ, пещера дошлась. Вот бросай свое дело, поход собирай. Надо посмотреть, что тут за тектоника такая. Все такое, конечно, в этих между глыбами. Конечная камера. Вот такая пещерка среди глыб. Тянет воздух тут. Старые ребра натечные. Первовесенняя пещера. Вот и я. Ну что? Что, пещера такая между глыб, метров 15-20 протяженностью, метров 10 глубиной. Так вот, туда вниз. Там на стенах ребра есть. Просто колондай какой-то. Посмотри, такое все развалено, такое все развалено. Это, конечно, не карст, но однако из-под земли такой теплый воздух дует. А, хорошо, прямо аж травку колышет. Куда он там? Куда-то там. В общем, куда-то туда. Все вам фу. Полезешь? Сюда? Не, наверное, нет. Просто под голову. Стеночка королита.
какие-то фрагментики. Вон натечная кора. Тут далеко не улезешь. Узко. Не, ну некуда просто. Между будет. Вот, зря ж там пещера первовесенняя. Сегодня первый день весны. Вот, вот зачем я шел. В этих местах заросли. Да. Ну как? Смотри, какая красотища. Весь, просто весь склон, вот до сколько видно. Вообще, конечно, интересно тут. Скалистые глыбы. Все в подснежниках. Чего только не встретишь в наших горах. Футбольное поле. Кабаны тут в основном играют. По следам, судя. Ну не чудо природы. Замшелые сфинксы. Что тут такое? Ну, как бы там еще подо мной метра от конца ноги, еще метра два, там распах идет. Как бы я один без всякого этого, наверное, туда прыгать не буду. Ну туда куда-то дальше что-то виднеется, что оно там непонятно. Надо чуть-чуть серьезней. Чем туда комбез. Забраться. А? Чем комбез. Да, комбез, конечно, хорошо, но веревка лучше. И надежный товарищ. Готовый подставить. Плечо и вытащить меня из этой пропасти. Тут уж совсем знакомые места. Сюда мы приходили с родителями гулять, и тут я нашел первую такую пещеру. Мы тут с Игорем Перфилевым в 82 году штурмовали ее. Первую-то по съемку сделали. Назвал ее пещера Магби-1. Целых 100 метров протяженности накрутили мы. Да, туда вот. Привязали веревку за глыбу, начали спускаться, начал какой-то камень шататься. Мы его... Здесь? Это как бы не вот эта поперечная глыба, мы его качали. Поняли, что его лучше оставить. Ну такая, да, в общем, пещера, даже там небольшие натеки были. Делали вспышку, пытались из серебрина и серы. Водища такая. Ну прикольно, да. Марку забить. Да. Ага. Здесь вообще находится для меня легендарная пещера. Не мог его в детстве мимо пройти. Даже есть такой слайд, я там с веревкой. Смешной. Туда опускаюсь. Ну что, первые спуски. Внушительно смотрится.